Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На Suzuki Grand Vitara мы установили вот такой планшет на базе Android. Диагональ 9 дюймов. Работает все на 10-м Android'е. По характеристикам здесь установлен 4-ядерный процессор, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 встроенный. Все работает очень быстро, плавно. Здесь уже предустановлена Google карта. Но при желании, естественно, вы можете установить из Google Play Market, Яндекс.Навигатор или любое другое приложение, которым вы привыкли пользоваться на своем мобильном устройстве, либо на планшете. Работает мультитач. Также здесь предустановлено YouTube. И очень удобная функция – двойной экран. Вы можете, допустим, поставить карты в левую сторону и YouTube в правую. Теперь ваш пассажир сможет смотреть развлекательный контент, а вы смотреть на карту. В бардачок мы вывели 2 USB порта. Вы можете сюда вставить флешку с музыкой, видео и любым другим контентом. И также сможете вставить USB модем для раздачи интернета. И также раздавать интернет через свой мобильный телефон. Также сохранились все штатные функции автомобиля. Работают кнопки на руле. Можно регулировать громкость. КПРФ лишится своего места в парламенте. Ранее Рашкин возместил. Переключать треки. И также работает камера заднего вида. При включении задней передачи автоматически включается камера. Все штатные панели автомобиля сохраняются. Сюда вставляется лишь переходная рамка, в которую вставляется планшет. Все выглядит по-штатному, очень аккуратно. Обращайтесь в нашу компанию, у нас огромный выбор различных мультимедийных устройств на практически любой автомобиль. Также есть доставка по регионам с постоплатой. Вы можете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Всем удачи!